Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем серию встреч в нашей кулинарной студии. И сегодня, чтобы поговорить про историю старообрядчества, мы пригласили кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и архивоведения Крестьянинова Артема Валентиновича. Здравствуйте, Артем Валентинович. Здравствуйте, Володя. Как настроение? Ну, хорошее, необычное настроение, даже так сказал. Артем Валентинович Крестьянинов родился в Менделеевске. Окончил Институт международных отношений Казанского федерального университета по направлению «История». Кандидат исторических наук. Специальность – историография, источниковедение и методы исторического исследования. Сегодня мы будем готовить с вами, угадайте, что? Ну, плов, раз у нас здесь стоит рис. Курица, правда, ну ладно. Ну, и видим. Самый главный атрибут – казан. Казан, да. С чего приступим, с чего начнем? Ну, для начала, наверное, нужно нарезать овощи, да, потому что все-таки именно с овощей, а потом уже перейдем непосредственно к мясу. Давайте вы возьмете морковку, а я лук. Хорошо, как скажете. Главное, не сильно плакать от лука. Как вам вообще плов как блюдо? Плов? О, ну это одно из моих любимых блюд на самом-то деле, и дома периодически я готовлю. И жена даже просит приготовить плов, потому что она очень любит. Но мы обычно готовим плов из говядины или, ну, в крайнем случае, из свинины. А это такой у нас с вами студенческий быстрый вариант. А в студенчестве какие блюда предпочитали? Ну, точно не говяжьи стейки и не различного рода фуагра. То есть, что главное для студента? Это чтобы желудок был полный, да? И хватало надолго. И хватало, правильно, надолго. И поэтому для нас, ну, любимым блюдом, безусловно, была, конечно, картошка жареная. Особенно любимый вариант картошки жареной – это когда там остается корочка такая, очень ярко-коричневая корочка. И с одной стороны, вроде бы как бы понимаешь, насколько это вредно сейчас, но как это было тогда очень вкусно, просто прям вообще сказка. Вы же в общежитии жили, да? Да, я жил в общежитии, да, и поэтому для нас как бы был важен это именно быстрота приготовки, чтобы быстро поесть и потом уже непосредственно перейти к компьютерным играм, да, там побегать по общежитию и потом уже где-то к часам 12 уже непосредственно заняться уже как бы учебой, да. Вы у нас сейчас курируете все-таки больше общественную деятельность в качестве заместителя декана. Да. А вы в студенческие годы насколько были общественно активны? Ой, мы вообще, наша группа, она была всегда общественно активна. То есть это различные студенческие весны, мероприятия. Потом там у нас был юбилей исторического факультета. То есть участвовали в разных формах. То есть иногда я участвовал в форме как актера, да, там до сих пор даже где-то есть видео ВКонтакте сохранилось, как я там выхожу на сцену Уникса с самодельным металлоискателем. Где же в этом во всем место истории? Ой, место истории. А у нас так сложилось, что, в принципе, у нас было достаточно много времени для того, чтобы заниматься учебой. То есть обычно после окончания пар шли в библиотеку, потому что мы учились во втором корпусе университета, да, вот это наше высотное здание, а рядом там как раз находилась библиотека. Потому что, ну, как бы 2006 год, другая эпоха, да, интернет как такового еще нет, мобильный интернет практически еще не развит, поэтому просто взять и скачать реферат, да, скачать книгу не получится. Поэтому мы шли в библиотеку, выписывали книги и сидели там часов до 7, до 8 вечера. Мы с вами практически подготовили овощи, поэтому теперь, мне кажется, настало время раскалить наш замечательный казан. Артем Валентинович, почему вообще история? Ой, на самом-то деле это очень сложный такой вопрос, почему именно история. С одной стороны, когда мы учимся, да, мы часто выбираем даже иногда не столько предмет, сколько преподавателя, человека, да, с которым нам интересно общаться, интересно взаимодействовать и вообще, да, получать от него знания. И, возможно, как раз почему я выбрал историю, да, это как раз вопрос, связанный с тем, что у меня были прекрасные преподаватели истории. Как они преподносили материал, как они рассказывали, первую помню, там про спартанцев, македонян, а потом началась история России. И вот это какая-то тяга, с одной стороны, преподавателям, да, передалась и к знанию, да, и в дальнейшем я стал просто дальше изучать историю, да. И, ну, не просто так изучать историю, но и, как бы, главный, самый важный момент для меня оказался это участие в олимпиадах по истории. Город маленький, да, но олимпиады также проводятся, школьные. И поэтому практически с 9 класса я стал участвовать в олимпиадах по истории.
Сначала занял первое место в школе по олимпиаде по истории, потом как-то выбрался из нашего сложного района, потому что мы участвовали вместе с Набережными Челнами, и выбрался как раз в Казань. В Казань. Первый раз в столице Республики Татарстан, да, выезжаю один без родителей, да, прекрасно. Это в каком классе вы были? Это 11-й. 11-й класс. Нас отправили в санаторий Крутушку, до сих пор помню, что там была олимпиада. И как раз-таки во время этой олимпиады я занял там третье место. Mm-hmm. Что давало возможности поступления в университет. Ну и родители активно поддерживали, да, то есть они стремились к тому, чтобы действительно уж человек участвовал в олимпиаде, они помогали. И вот прям mm-hmm. искренне помогали, да, то есть человек хочет и... Надо развиваться, безусловно. Да, и как бы за это им как бы огромная благодарность, да, нашим родителям и вообще педагогам, да, которые дают вот такие возможности, да, для развития, да, и не останавливаться, и, как, и становиться с каждым днем лучше. Мы с вами практически все подготовили. Сейчас мы дорезаем морковку. Хорошо, вот мы ее дорезали. Ее... То она у меня тут... Измельчаете. Измельчаю. Шредерите. Да. Шредером, да? Да, иначе тут мы ее будем готовить очень долго. Угу. Ну что, сначала обжариваем у нас мы лук. Да? Угу, хорошо. Давайте. Разрешите? Да. Эк. Сегодня немножко выпускаю бразды правления в руки Артема Валентиновича. Он поопытнее меня в этом отношении. Ну, Володя, вы же, как я понимаю, тоже живете в общежитии? Да, но не готовим. У нас такое, столовское. Ага. Ну, после таких передач, думаю, у вас будет множество возможностей приготовить различного рода блюда. Так, это я себе забираю. Немного его обжариваем. Да? То есть, как помним, до какой степени нужно обжаривать лук? Когда он слегка позолотится. Правильно, слегка позолотиться. Главное его не пережарить. Угу. Артем Валентинович, почему история старообрядчества все-таки? Темная страница, страшная, но интересная. Лучше сказать не страшная, не темная, а именно трагичная история, да, потому что через историю старообрядчества, в принципе, прослеживается и определенная трагизм вообще истории России на протяжении разных исторических этапов. Давайте я морковку передам. Трагическая страница. Да, то есть это история, трагичная история России, которая на протяжении, получается, 17 века, да и до начала 20 века, она показывала сложность отношений между властью и собственным населением, собственными подданными. Почему выбор пал именно на старообрядцев? Да, потому что, с одной стороны, как бы очень всегда прагматичная логика всегда существует. Да? Я сидел просто в архиве, в нашем государственном архиве, и смотрел вообще дела, какие существуют по конфессиональной политике российского правительства. Но изначально вот конфессиональная политика, с самого начала. Да, изначально это конфессиональная политика российских властей в имперский период российского государства. Секундочку, чтобы тут совсем не пригорел он. В имперский период российского государства, но первоначально я изучал литературу, да, то есть историографию, то есть что было написано до меня, как было изучено, какие существовали методологические подходы к изучению, но желание непосредственно изучить и непосредственно сам исторический опыт на архивных документах, он присутствует у любого историка, да, непосредственно прикоснуться вот к этим золотым источникам, да, какой историк без источника, особенно без архивного. И в процессе изучения описи архивных я натолкнулся на то, что очень много архивных дел, или следственных даже лучше так сказать, дел, которые посвящены отпадению православных крестьян в старообрядчество. И вот после этого, да, вот после того, как я выписал для себя этот список дел, я стал изучать. И в дальнейшем все более и более углубляясь в историю старообрядчества, понимая о том, насколько это явление, оно в принципе многообразно показывает специфику вообще русской культуры. Да? То есть она не какая-то унифицированная. Да? То есть у нас привыкло, там, когда мы читаем учебники по истории России, да, мы видим, ну вот, произошел раскол, да, у нас... Магистральная линия да, как бы то есть старообрядчество как бы одно явление на протяжении всей истории. Но если фактически-то изучить
данное явление, то оказывается, что, что и старообрядчество, оно внутри настолько многообразно. Да, те, кто признают священничество, те, кто признают священничество. Да, а дальше, даже те, кто внутри не признающих священничество, разделение на различные направления. И поэтому через изучение старообрядчества мы можем проследить вот это многообразие культуры, русской культуры, да, на пересечении разных эпох, на пересечении разных культур. Лук у нас уже прозолотился, можем, в принципе, добавлять морковку. Да. Ну, давайте, Володь, давайте. Помогу. Помогу, помогите, пожалуйста. Так, аккуратно. Моркови у нас получилось достаточно много. И такая мощная. И большая, мощная, да. Угу. Ну, значит, плов будет сытным, конечно, вкусным и полезным. Полезным, да. Все-таки витамин А, да, особенно для тех, кто плохо видит в ночное время, будет очень полезно. Ну и лук, конечно. Сейчас опять у нас растет количество заболевших, поэтому лук. И вот тут у нас чеснок лежит. И все-таки, Артем Валентинович, раскол – это что-то такое предопределенное или цепь каких-то случайных обстоятельств? Сложный вопрос. Сложный. Да, потому что на самом-то деле, если мы берем вообще историю, то это всегда, чаще всего, это цепь именно случайных событий, предопределенных определенными событиями. Да? А, с одной стороны, вот как бы в учебниках все преподносится так, что это все было предопределено, да, то, что Никон и так далее. На самом-то деле это был процесс достаточно сложный для того периода времени и многообразный в том отношении, что вот это движение, религиозное движение, оно уже происходит задолго до непосредственно реформ патриарха Никона, да, то есть так называемое движение Капитона. Да, собственно, это низовое движение изначально. Первоначально оно было как бы обоюдное, да, то, что с одной стороны оно низовое, да, то, что движение Капитона в Центральной России достаточно аскетичное движение, да, то есть там на столе не было такого прекрасного многообразия, как мы здесь видим сегодня, да, то есть дальше аскетичное движение, а с другой стороны это движение, которое шло от не столько даже от верхушки иерархии православной церкви, сколько от среднего уровня, да, так, от протопопов. Да, самый известный, конечно, Аввакум. Один из лидеров, да, старообрядчества – это Аввакум, протопоп Аввакум. У нас тут обжарилось, да, мы можем, в принципе, класть, да, мясо. Да, мясо. Ну, давайте так. Большие у нас кусочки получились. У нас плов получится очень сытный. Все. По полной. Ну вот, низовое движение, да, которое было движение так слабо изученного, мало изученного вследствие небольшого количества источников, движение Капитона. Да, это такое аскетичное такое движение. И эти, в принципе, аскеты дошли до того, что они стали отрицать многие положения православной церкви, в частности, иерархию православной церкви. Да, то есть вот одна она из... всегда становится таким камнем преткновения. Один, да. То есть, то есть как бы вы там, да, можете еще заниматься аскетизмом, да, быть изолированы, но нельзя покушаться на каноны православной церкви. Там отрицание иерархии православной церкви, отрицание божественности Иисуса Христа, Богоматери и так далее. Второе направление – это вот как раз у нас некое среднее, да, это движение протопопов. Обычно в учебнике что рассказывается? Вот у нас было движение, как общество ревнителей древнего благочестия, древнего благочестия, и все сводится к тому, что вот они решили исправлять книжки, да, там, найти ошибки и так далее. Но на самом-то деле, вот благодаря последнему исследованию Александра Сергеевича Лаврова, раскрывается немного другая картина, более полная картина этого движения древнего благочестия, которая, кажется, близка, например, к тем же самым европейским тенденциям, а именно борьба с так называемыми народными суевериями. Потому что и протопоп Аввакум, да, и Никит Пустосвят, если не ошибаюсь, да, и Никон, они входили в этот кружок.
И они становятся лидерами по исправлению вот этих народных суеверий. Да? По их мнению, народ погряз в чем? В грехе. Пример. Никон становится митрополитом новгородским. Да? То есть это как бы прямой путь к дальнейшему патриаршеству в Московской Руси. И он активно начинает бороться И он активно начинает бороться с вот этим погрязшим обществом. Да? Бороться с пьянством, бороться со скоморожеством. То есть все то, что отражает, по его мнению, неправославность, да? Сохранение неких вот этих языческих элементов. То, что мы видим первоначально, логика и Аввакума, и Никона, она была в принципе, одинаковая. Да? Это сделать население более христианско-православным. Итак, зирвак у нас готов. Угу. Да, время добавить чесночок. Да? Сначала давайте сначала рис. Сначала рис. Аккуратно высыпаем. Пожалуйста. Я вам сегодня ассистирую. Уже запах такой приятный. Угу. Стоит отметить, что рис у нас уже промыт нашими невидимыми помощниками. Но если вам рис никто не промывает, промывайте его сами. Обязательно. Вот до такого практически белого состояния. Да, теперь мы заливаем это все дело водичкой. Сейчас, секунду. Немножко его выравниваем. Самое главное, чтобы все было равномерно. Ага, чесночок давайте. Добавим. Вишенка на тортике. Угу. Добавляем воду обязательно, да? Не более сантиметра полутора, да? От уровня риса. Хорошо, так и сделаем. Так. Давайте убавим огонь. Так, я сейчас накрою крышечку. Давайте. Сначала, да? Плов из курицы. Репчатый лук мелко нашинковали. Морковь нарезали соломкой, а куриное филе на небольшие кусочки. В казане на растительном масле сначала обжарили лук и морковь, затем добавили куриную грудку. Через некоторое время посолили, приправили специями и обжарили до полуготовности. Далее в казан добавили промытый рис, разровняли его, а сверху воткнули целые дольки чеснока. Содержимое казана залили водой так, чтобы она была выше крупы на 1,5-2 см. И довели до готовности. Тем временем, пока у нас томится наш замечательный плов, мы приступим к приготовке салата. Да? Да, назовем его постный. Да? Да. Овощи, лук, со ссылкой чеснок. К старообрядцам. К отсылке вообще в принципе православной христианской традиции, да, где как бы в принципе нужно, да, полезно держать пост, да, для организма, для желудка. Или его можно также назвать здоровый салат, да, здоровый крепкий салат для организма. Давайте я тогда возьму на себя капусточку. Хорошо. А вы берите огурец. Отлично. Так. Артем Валентинович, а что касается старообрядцев, развития их, например, в 19-18 веке? Ну, мы знаем о петровских преобразованиях в этой области. Лучше вообще рассматривать ситуацию в совокупности всего 19 века, да, потому что эпоха неоднородной будет по отношению к старообрядцам, потому что если мы посмотрим первоначально на эпоху Александра I, да, на эпоху Александра I, то, в принципе, власти следовали логике Екатерины II такой неофициальной терпимости. Да. С одной стороны, да, мы не у нас есть старообрядчество, мы оставляем вас в определенной степени спокойствия, да, вы можете жить в рамках своих общин, да, разрешено функционирование религиозных отдельных памятников, домов, да, старообрядческих. А с другой стороны, фактически-то государство да и не пошло до конца, но юридически-то и не признало старообрядчество как конфессию. Сравним. Католичество было признано, так, признанной конфессией в России. Дальше ислам был признанной конфессией, буддизм был признанной конфессией, протестантство в определенной степени было признано конфессией. А то, что как бы вроде бы близко очень православной традиции, оказывается вне рамок правового поля.
Чем, в принципе, уже и был воспользовался Николай I. А здесь же все-таки стоит отметить тенденцию империи, которая начинает национализироваться. Да? То есть империя, которая начинает осознавать в том числе себя как национальное государство, и которое связано и концепцией православия, самодержавия, народности. Да, даже в самой концепции православия, самодержавия, народности уже заложено идея, что а куда делись старообрядцы, да, куда делось многочисленное русское сектантство. Если они не православны с точки зрения властей, значит, что, как быть в рамках этого единого национального сообщества. Да, и идея, основная мысль Николая I, как писал и пишет то ли британский, то ли американский историк Марсден, это в то, что старообрядцы, они выпадали из этого национального проекта, из унифицирующего национального проекта. И поэтому и усиливается такой тотальный надзор, попытка в том числе вообще в принципе искоренить старообрядчество как конфессию, как вообще явление, феномен, религиозный феномен в истории Российской империи. Мы уже подготовили капусту, сейчас нужно будет ее немножечко посолить, пожать, потом вы добавите огурчики и разделим с вами лук и укроп. Ага. Возьмете на себя укроп. Хорошо. Хорошо? Пожалуй, обязательно. Но у меня вот возникает вопрос. Вы говорите про православие, самодержавие, народность, вот про эту концепцию. Я летом был в Астраханском архиве, в общем, увлекательное у меня было путешествие, и я встретил уже документы начала 20 века консервативных мыслителей, которые возводят себя вот к этой же триаде православие, самодержавие, народность. Это союз русского народа, их устав. Но там они говорят, что равные с православными права имеют и старообрядцы, и единоверцы. Почему? Где вот этот переход? Вот этот переход, как мне кажется, происходит уже в послениколаевское время, когда, в принципе, и чиновники уже осознают, что, в принципе, эта идея искоренения старообрядчества – это нереальная мысль. Это просто нереализуемая никем и никогда. Но мы исходим-то из чего? О том, что Российская империя, она стремилась к тому, чтобы все непосредственно религиозные конфессии, они управлялись непосредственно изнутри Российской империи, а не снаружи. И создание министерства, которое должно было контролировать деятельность, и муфтия, то есть все эти институты конфессиональные, они функционируют непосредственно внутри Российской империи. Так. Стоит отметить, что мы уже подготовили маринад тем временем. Мы туда положили в первую очередь уксус, масло растительное, сахар и немножко соли. Давайте мы теперь... Необычный маринад. Да, очень интересный, но вместе с тем очень вкусный. У нас уже есть опыт. Давайте добавим. Не сомневаюсь. Так, добавляю укропчика. Укропа, да. Зальем это дело. Давайте перемешаем и перейдем уже к снятию пробы, к дегустации. Салат постный. Капусту нашинковали мелкой соломкой, огурцы дольками, а лук полукольцами. Для маринада смешали растительное масло, уксус, соль и сахар. Все ингредиенты выложили в глубокую салатницу, посыпали измельченным укропом, залили подготовленным маринадом и хорошенько перемешали. Итак, у нас все готово, и теперь мы переходим непосредственно к дегустации. Артем Валентинович, за вами плов, за мной салат. Напоминаю, салат у нас здоровый, крепкий, постный. Да, замечательный, вкусный, свежий, из свежих овощей. Ага. Так, Павел, можно вашу тарелочку? Артем Валентинович, меня вот единственное мучает вопрос, как человека, в общем, близкого к истории, а зачем же нам все-таки ее изучать? Как вы для себя на этот вопрос отвечаете? История, с одной стороны, история – это же не только знание, вот, которое мы даем, там, в каком году отменили крепостное право, когда там фактически начался раскол Русской Православной Церкви, но история – это еще и как некая форма
формирование уникальной нашей идентичности. То есть это не просто какое-то такое мертвое знание, да, некий архив, который никому не нужен, да, но это еще и то знание, которое формирует у нас нашу общую идентичность, понимание того, кто мы есть. Да, и откуда мы пошли. И откуда мы есть, откуда мы пошли, да, возможно, откуда мы пошли, кем мы должны стать неким предполагаемым будущим. И есть прекрасная как бы концепция, да, французского историка Пьера Нора, там, места памяти, да, то есть это некие узловые точки национальной смысловые, памяти. Да? Смысловые, да. И географические, наверное, тоже. То есть это разные, то есть это может быть, как, например, во Франции Бастилия, да, а у нас храм Василия Блаженного, да, башня Сюембике, Московский Кремль, Казанский Кремль, то, что формирует у нас наше представление, да, то, что сейчас говорит о патриотизме, да, то, что патриотизм – это и осознание себя как часть общности, да, осознание неких общих ценностей, которыми мы можем друг с другом делиться, да, передавать нашим детям, да, это знание, которое формирует у нас некое понимание того, а кем мы есть, да, что у нас справедливое, что у нас несправедливое, да, что мы можем доказывать о себе и что мы не можем доказывать о себе. Вот в этом отношении мне кажется, что наши научные кружки, да, играют огромную роль. И Артем Валентинович является руководителем научного кружка «Дым Отечества». Рад буду всех увидеть на нашем кружке «Дым Отечества», потому что мы обсуждаем там историю России. Перейдем к снятию проб. Хорошо. Пожалуйста. Давайте сначала плов. Ну, пахнет замечательно, по крайней мере. На вкус очень тоже приятно. Приятно, да. И получился... Такой золотистый вкус, я бы даже сказал. Немножко соли не хватает. Но много соли тоже плохо. Солили. Давайте теперь к салатику. Красота. А вот здесь с солью все в порядке, мне кажется. Ну, мы сейчас это все... интегрируем, создадим единый общий сюжет, и думаю, будет все прекрасно. Спасибо большое, Артем Валентинович, за то, что пришли к нам, за такую интересную беседу. А мы продолжим и дальше встречаться с нашими уважаемыми специалистами и погружаться в самые разные аспекты социологии, истории, философии, науки как таковой. Спасибо большое, дорогие зрители, до скорых встреч. До свидания.